Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите «Властелин колец» с модом Иннорад. И сегодня я играю против Дениса. Скажем так, не совсем серьезный матч, поэтому я решил немного поприкалываться. Мы будем троллить, в смысле крипить, а возможно и троллить волками. Будем играть в пачку волков. Ну, не в одних волков, разумеется. Это было бы как-то неинтересно и глупо, наверное. Но волков будет много. Мы будем пытаться делать из них мужиков таких мощных. И ими крипить. И эта карта... А, он меня пропалил. Грустно. И эта карта с дополнительными крипами. Соответственно, наша задача забрать все деньги себе. Ну, или хотя бы побольше этих денег. Так, ждем. Короче, пусть думают, что я пока не знаю, что делать. Не уверен, сколько у него там. Ну-ка, а если мы вот так сделаем? Когда глаз исчезнет? Ну давай, исчезни. Вообще, кстати, имеет смысл сбегать, смотреть, крипит ли он. На все, глаз исчез. Отлично. Правда, он наверняка ожидать будет. Западло. Ну, посмотрим. Так, надо отступить немного. Нам надо заагрить только одного. А на что-то не получается. Так, сюда. Побежали. Ну, скажем так, не очень хорошо получается все, но вроде получается. И кое-кто тупанул. Волки контрят копейщиков. Ну, прям контрят. То есть, ну, не стоит пытаться копейщиками убивать волков. Это не работает. Поверьте мне. Так, ладно. Первый крип за нами. Это очень хорошо. Наоборот. С пауками. Так, забираем этот крип. И главное накопить побольше для большого крипа, потому что там враги как бы посильнее будут намного. Ставим второе логово. Пожалуй, я передумал, не строим пока ничего. Сейчас заберем деньги. И строим драуглина. У нас будет броня, соответственно, меньше волков будет дохнуть. Ну и плюс мы начнем его качать, что немаловажно. Теперь копим 400 монет, чтобы сразу же заказать два отряда. И только после этого продолжаем строить нашу экономику. Было бы шикарно, если бы мы еще в знамена могли выйти, но знамена здесь по 200 монет стоят. Это невыгодно, увы, для волков делать, это только в лейте. Точнее, надо бы уточнить. Знамена делать выгодно. Просто вначале это слишком дорого, и оно себя не окупает. Но в целом знамена полезны для волков. Оу. Оу. О нет. Мне кажется, надо было ему писать, что копейщики контрят волков, потому что я себе нажил проблем. Так, нам нужны бомжи. Так, будем на защитный сражаться, потому что он нас прям жестко так накрыл. Хотя...
Драуглин красавчик. Так, побежали. Надо больше лучников убить ему. Кажись, этот матч долго не продлится. Почему-то мне кажется, что он сейчас напишет ГГ. Ладно, давайте мы ему фору дадим. Еще больше. Даже давайте вот так сделаем. Мы будем делать апгрейды знамен. Потратим еще больше денег. Не будем бить его экономику, будем крипить. Сеня ливнул. И... Такс. Еще один крип. Вот потратим все деньги, которые мы получили с крипов, на флаги. На знамена, то есть. Так, теперь надо забайтить тролля. Ой, давай в спину. Кризите его. Замечательно. Так, флаги делаются. Нужно больше экономики, конечно же. Чтобы хватило денег прям. Короче, мы потратили все деньги. И это грустно. И нам еще не хватило. О, да. Придется прям все потратить. Так, вражеское войско. Теперь их больше. И они злые. Так, ну у нас... Окей, будем считать, что это все. То есть это фора. Я где-то... 3 или 4 тысячи потратил на эти знамена. Больше не буду, потому что, ну... Потому что будет очень грустно. Начинаем дубасить его войска. И начинаем подстраивать еще волков. Промазал, что ли? Теперь убиваем Назгуля. Замечательно. И добиваем его войска. А я там не могу строить, я забыл. Так, у нас большая пачка. Ну-ка, как быстро, вообще, насколько хорошо они будут сносить экономику? Ну, для армии, которая стоит около... Я даже не знаю, сколько. Давайте посчитаем. Что, 4, 4... 11 отрядов? Блин, сложно. Нет, будем считать дальше. Готова новая постройка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать. 15 отрядов.
по 200, то есть 3000, и еще 300 монет каждый, то есть это 3 4 500, 7500 плюс герой за 1000. Охренеть, 9000. Это все стоит 9000. Ну, нормально сносят. Нет. Так, отходим немного. Сейчас снова подеремся. У нас есть второй тир. Берем замороженную землю. Не думаю, что мне нужны оборотни. Ох ты ж, ёп! Он меня переконтрил! О нет! Вот это плохо! А как же мне тебя убить-то, а? Слушайте, беда, беда, беда. Выходим в черных нуминорцев. Убиваем рабочего ему. Я не буду, конечно же, с Молгом сражаться. Это ГГ. Сразу же можно написать. Он всех убьет. Я буду дальше бегать и грызть ему экономику. Назад. О, потери, потери, потери. Мы практически успели сгрызть. Так, делаем разведочку. О, работяга. Так, КЧ. Я не знаю зачем, но я хочу построить КЧ. Обратно едем сюда и начинаем грызть. Так, теперь нам нужно накопить нуминорцев, лучников. Лучников Карндума, обязательно. У нас экономика, ну не то чтобы хорошая, но терпимая. О, Драуглинчик, ты совсем что ли охренел? Почему у меня из бинда вылез? Вывалился, я не понимаю. Только не говори мне, что он пошел на мою крепу. О нет! Он хитер! Так, идем сюда. Первый уровень. Давайте сносим все, сносим, сносим. У нас есть хилка, у нас прокачанный челик. Мы должны убить его на сгуля. Главное, чтобы никто не отбросил. Замечательно. Барабанщик бесит. Да, нам невыгодно здесь сражаться. Блин, но замороженная земля, это настолько круто. Ну-ка, иди сюда. Вот так попробуем сейчас сделать. Оу. Вот это нехорошо. А теперь ход конем. Мы принесем в жертву немного волков. Главное, чтобы убить его Молока. О, да, детка.
Я уже знаю, как я назову этот реплей. Как снести волками Молока. Гайд. Так, давайте засрём всю землю. Точнее, всю карту. Посмотрим, где он там. А, у него более-менее на базе только экономика. Хорошо. Хорошо. Возьмем станилку, это нашим волкам поможет. Давайте заберем крип. А, кстати, да, мы не заберем, к сожалению, каче. Ну да ладно. Так. Больше мы не будем делать знамена для волков. Мы достаточно ему фору дали, я считаю. Это очень дорого. Нам скоро надо будет как-то позаботиться о том, чтобы снести ему крепость. Нам нечем сносить крепость. Но мы можем банально осадные сделать. В принципе, да. Как бы, почему бы и нет. Так, Мумакил. Отходим. Ой, немного продавил. Немного продавил. Он не видит, да, что я стреляю по нему. Замечательно. Ну ладно. Какие-то лаги начались. Давайте проюзаем станчик. И приносим жертву волков, но зато убиваем Молока. Изи. И добиваем всех остальных, кто у него там есть. Тащим сюда осадные. Все, кстати, я думаю, что нет смысла больше делать волков или лучников, потому что предел у нас заканчивается. Поэтому только осадные и все. Да, сносить нам, увы, нечем ему здание пока что. Ну, волками, конечно, можно, но это такое. Ой, нет, 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 черт. Я пытался уйти, но что-то пошло не так, к сожалению. Теперь можно строить. Давайте, давайте, давайте. Добиваем. Ну, неплохо он сейчас, кстати, у Макильчиком сработал. Я вам скажу. Очень даже неплохо. Я много потерял войск. Повезло с рейнджерами. Кстати, я бы еще достроил, наверное. На всякий случай. Да, с рейнджерами сильно повезло. Но вот с волками не так сильно повезло, как хотелось бы. Убиваем героя ему. А, или нет. Че при смерти. Главное его не потерять. Я думаю, можно построить здесь еще мастерскую осадных работ.
машин. Неважно. Ну-ка, может, даже убьем сейчас слона. Потеряем немного рейнджеров, но... без разницы. Там их действительно немного погибло. Так-то. И теперь уже добиваем. Нет, еще не добиваем. Ладно. Минус одна катапульта. Давайте сделаем апгрейд для рейнджеров, потому что у нас отсюда будут строиться уже... О, некор. Трибушеты. А, ну он пишет ГГ. Ну, окей. ГГ. Ну, так... обычно... Я, конечно, ни на что не намекаю, но обычно, когда пишут ГГ... выходят из игры. То есть... А, он еще просто печатал. Да ладно, подумаешь. А, всем спасибо за внимание. Если вы хотите поиграть в эту игру по сети, скачать ее, найти с кем поиграть и так далее, открывайте описание под стримом. Там есть все ссылочки, которые вам понадобятся. Подписывайтесь, если вам понравилось. Я с вами прощаюсь. До встречи.